Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, ссылочка на плейлист в описании. Играем в боевую лигу в МК-11. Так, и против нас, ну, возможно, это... Да, возможно, это Котлкан, потому что на аватарке нарисовано. Доминирующий захват. Естественно. Только такой должен быть стиль, как мне кажется, в рейтинге. А она же боевая лига. Когда боевая лига заканчивается, то это все дело превращается в просто рейтинг. Да, без рангов. Твоя жажда мести уже утихла. Творцы моей боли мертвы. Пусть новые сражения благословят тебя. О, как... Что за нога? Опасно. Да что такое? Что это такое? Тихо. В смысле нет? Воу. Это убьет меня, да. А, ну да, согласен. Я еще подумал, может быть... Может, типа, прыгнуть. Отлично. И следующий будет в пузо. Ой! Ну да, все-таки иногда лучше бить первее в воздухе, чем не. Плохо дело. Надо выбираться отсюда. Не понял? Да ладно, он достает. Он далеко достает, представляешь? Какая машина. Просто машина. Я не так много знаю о Сирайрю, как и я об Оштег, Котлкан. Наш бой будет весьма познавательным. Ну, слушай, это да. Это да. А, чё, прям вот так вот? И против него же не прыгнуться.
Ой, ФБ, этот крашинг потратил, ну ладно. И не, это не наказание, заметьте. Он знал, да, что я подпрыгну. А почему второй-то пропустил? Нет. Кого? Опасен. Опасен. Захват, конечно, этот. Надо обязательно прыгать против него. То есть он сидячих бьет, этот захват. Один из лучших захватов в принципе. Я восхищаюсь вашей преданностью семье. Для Сирайрю нет ничего более важного. Это черта, присущая и расе Оштек. Благородные воины! Плохо дело. Что-то он меня вообще разваливает. А, да ладно. Упс. Ой. В смысле? Ах ты! Прыжки. Просто прыжки. Я не хочу в захват этот. Не хочу. Ну это все. Сейчас он его усилит, и я умру. Это был красивый бой. Да, определенно. Двух великих мастеров. Ну что ж, дорогие друзья, ссылочка в описании под видео на все серии по Mortal Kombat 11. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. О, награды, смотри, прикольно. Комментируйте данный видосик и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем пока.